видите, что он сделан из чего? Из слоновой бамбука специально нарезанный. Естественно, он уже почувствовал, что здесь были сотрудники. Естественно, он уже видит весь этот подарок. Так, и кто первый стоит? Говорите, за что взялся? За цветок. Я прав. Да. Значит, вот первая розочка. И смотрите, что из этого, но все-таки не очень съедобный, смотрите, прекрасно понимает, да? И он начинает обнюхивать и срывать листья бамбука. Но... пришла. Во-первых, конечно, нужно внимательно обнюхать, потому что, конечно же, у каждой панды есть какие-то свои предпочтения. Вот вам, пожалуйста. Что мы взяли?